Здорово, подписчики. Откроем новую посылку. Что ли? Итак, что мы видим? Отвертка Tools инструмент с крутящейся шляпкой, чтобы можно было вот так вот крутить. Что дальше мы видим? Жало. Откручивающийся патрон. Это патрон, я так полагаю, да? Или как это? Зажим. Трубка с резьбой, сверху накручивается головка. И вот у нас жало такие. Из какого-то непонятного материала. Такие вот. Это плюсовая, размер фиг знает какой. Но тут у нас есть где-то внутри бонус. Как его отсюда достать? Черт. А, вот. Пук. Здесь резиночка есть. Вот, вот она. Вот резиночка. Это ничего не откручивается, а просто вставляется и вынимается. Так, и что мы видим? В наборе вот такие жала. Фокусировка. Ага, во. Плюс такой. Дальше. Это звездочка у нас. Пятиконечная. Ну, это большая какая звездочка для старых телефонов. Это у нас минус. Такое ощущение, как будто они из меди сделаны. Такой цвет у них непривычный, не похожий на металл. Так, вот здесь еще какая-то звезда. Шестиконечная звезда. И последний, это пятиконечная звезда для айфонов. Сейчас проверим на своем. Снимаю я на iPhone. Чехол у меня как раз, ага, подходит. Самое главное, подходит. Так, яркость поднимается, нет. В общем, вот такие классные жала. Сейчас мы зажмем отверточку, то есть жало в патрончик, и закрутим. Вот такие замечательные. Да что такое вообще? Такие замечательные отвертки производит страна Китай. Город фиг её знает какой. Но знаете, когда я был маленький, у отца была такая же отверточка. Это был Советский Союз. Она была полностью металлическая. Я не знаю, из чего сделано это. Какой-то силумин или еще что-то. У нее был точно такой же патрон. Один в один. У нее были точно такие же жала. Один в один. Но сейчас страна Россия вот такую чепуху не производит. И это печально, что мне приходится вот такую чепухню заказывать из далекого Китая. Инструмент нужный, полезный. Стоимость его порядка 100 рублей. Ну, может 120, может быть 80, вот плюс-минус 20 рублей. Это нужный инструмент.
кучу отверток, особенно полезны при ремонте мелких гаджетов, таких как смартфоны, навигаторы, телефоны старые. Вот. Короче, всем спасибо за внимание. Понравилось видео? Подпишитесь, поставьте палец вверх. Жду комментариев интересных. У кого такая же отверточка была в детстве? Всем пока. До новых встреч.